А, блядь, надо спекнуться аж в ПВЕ. Говорят, да, в ПВЕ не особо прикольно. Еще один кто-то должен дойти в дис. Может, бетон? Я поставил робота. Покупайте там, что нужно. Так, купить что нужно. Слушай, тут нет такого наименования товара. Ну, наебал. Куплю металлолом. Не, куплю кусок металлолома. Для ДК. Для ДК, если нет глифа, чтобы вызвать пета. О, желуди. Есть, есть. Купил. Мы что, в два танка? В одного. А кто второй? А, паладин Ретрик. Ну он вообще танк, но он Ретрик, да. Так, Арчешу все тут. Давайте рыбку на трэш поставлю. Хрен с ним. Все равно сдохнем. Да, бафы раскидать. Пристабафов нету. Палы вижу, все бафы дали, молодцы. Лапка есть. Пожрите, что ли? Да, он вообще протпал, но иногда как Редрик ходит. Чё-то знакомая ситуация. А вот тут квест есть у меня. Дневник Медива. Где он сдается? Дневник Медива? Смотри, это, насколько я помню, это цепочка после смотрителя. А, всё. Ну, мы пробежимся, сделаем тогда, не вопрос. Дима, черная дова меня пиздует. Тебе показалось. Знаешь, знаешь, есть песенка такая. Мы все живем лишь для того, чтобы сдохнуть. Не, там не так поется. Позитивная пати. Ну, у нас так. Так, возьму тебя в таргет, чтобы твою цель бить. Фокус, вернее. Ты сомневаешься в моем умении вложить рейд? Я не сомневаюсь в своем умении уешить и сдыхать, блядь. Да ты от яда умираешь, расслабься. Меня никто не слышал? Ну, мне три пиздюли по 7000 автоатаки зашло. Но тут не в танке дело, дело в БШ. Да не, я много нагрел, ладно. Слишком много нагрел. Да-да-да. Нет, там две пачки было бы еще норм, но... Блять, они сюда пришли. Ай. Не заходить, просто не заходить. Сдохните и не заходить. Просто там рыба стоит, можно... Все, они отвейдились. Заходите, кушайте. А шаман-то там ставит? Шаман-то там... От яда. От яда. Да, он, кстати, в нашей группе должен ставить. Шаманчик, ты в десе? Да давай по диспейлеру. Ну вообще шаман же есть для этого. Если он не будет реагировать, это сразу. Шаман может только одну группу снимать. Это раз. Ну, ты свою группу яда снимай. А стоп, ты вообще не можешь яда снимать? Ну, друид же, друид и паладин. Шаман это вроде не диспелит. А, шаман только заходит вниз. Он не слышал тебя. Ты там что? Давай. Трупы закапываешь? Ну так, давайте по два, по три, по А ты в, пока в ДД, да? Будет. Ну типа надо было бы
В ДЦ? Я ж тебя спросил, ты сделаешь? Ты такой, сейчас сделаю. Я думал, ты просто спекнешь хэприста в ДЦ, да и все. Пал. Пауки! Да не, не надо. Как бы да. Тебе показалось. Да не, не проблема. Просто тут ДЦ хорош хил. Хант, напуливай, пожалуйста, каждую пачку. Просто я не люблю потеть. Ладно, тогда мы Аршаму просто спекнем. Оставайся в ШП. Мы на гневу пойдем? Угу. В смысле, а пойдем ли мы на гнева? Блин, или как там босс этот, который призывается? А, ты про эту? Да нет. Тогда или нет? Нет, нет. Вася, спекнись в этого. В Аршаму. Угу. Да там мусор падает вообще с этого гнева. Ой, не с гнева, а с этого. Знаешь, с гнева тоже. Там же хороший щит падает. А, нет, стоп, не того босса открыл. Что там? Щит, ну да, щит, разве что. Ну и все, все остальное мусор. Да и щит не самый топовый, на самом деле. Щит помойку, он просто выглядит ну, да. Своеобразно. Так, все, шамчик по уману есть, поехали. Выглядит прикольно. Ну, ради трансмута идти, ну, такое. А два щита, по-моему, один на хила, один на, это, на танк. Там оба говяные. На пулевой хорош, вижу. Ого, сзади много прибежало. Меня съели. 25 тысяч ДБС отдал, сдох, блядь. Дефолт. Да, ты крутанул один раз. Да ты их призвал, признавайся. Нет. Ну, мы опять сдохнем. Не, ну это пацаны, давайте как-то повнимательнее. Вы умираете, нет? Давайте умрем и... Не вставайте пока. Да, выходим со ста, кто зашел. Выходите. Но мне агро нет. Сейчас будет. Побежали за вами туда. Уже побежали. Выйдите все. Там, наверное, походу тотем поставил, где-то краем зацепил. Угу. О, они отвоедились. Тут надо вдоль стеночки аккуратненько идти. Все, они отвоедились. Мой дон говорит по-другому. Кулачок, плиз. Давайте перед боссом ребафнемся. Ну, по дороге же можно. Это не спортивно. Рубаху, да. Мне крест повесили, спасибо. Вырежу кулак. Сейчас кулак, да. Кулак и крест. То, что надо. Признавайся, у тебя есть инта? Ты ж помнишь, да? Ну, у того вара было 33 инты, он не мог понять откуда. Посмотри, у тебя есть инта? Бом, есть, мне кажется, это из-за чарки на грудь, которая там ко всем. И... У меня 160 интеллекта. Но ты узнаешь, что мне не нужна каска и кулак. Ты какой-то неправильный. Здесь серверы глюкнутые, да? Вот у меня друг варом играет, у него все вещи ломаются, когда он умирает, даже которые сумки у него. Он зелень не может в аукцион выставить, пока не починит фиолетку, которая сумки у него. Иди скалку, меткость мастерства не работает, да? Работает. Он даже хардкап себе сделал, все равно мажет. Не, ну это классика. Так, готовы? Я подожду. Беди, я тебе это, бок кину.
А мне сам. Хохол, что ли? Да, сижу такой в салон. В этой комнате, как я понял, три босса, да? Рандомно они раздаются. Мы не будем эту комнату убивать. Мы пошли просто зачистить по короткому пути прийти. Проходку. И токен. Да. Я надеюсь, в этот раз мы идти на оперу, хуёперу не будем? Никаких опер, хренёпер. Ничего. Может, это и по ИК пойдем? ИК? Вряд ли здесь всем нужно ИК. Если yeah. ребят согласятся. Лока нету. Я когда на копыта буду перезаходить на приста, буду долго бежать. Да. Я разрешу. Ну, выйдем тебе с умнем. Угу. Алена бы как хотела. Я даже знаю, кем и зачем. Ну, проходку. Локу. Ну, то же самое, что и моему малу. В прошлый раз мы тоже вдвоем ходили. Я может тоже в этом, как понимаешь, неудачно. Может в этом весь секрет? Конечно, может. Ты намекаешь на то, что я не очень удачливый? Нет, я намекаю на то, что вагонов было больше, чем нужно. Ты намекаешь, что мой мах вагон? Да. По-моему, тебе об этом прямо говорит. Да, намеков, да. Намеков не было. Сейчас было обидно. А мы знаем, знаем, сколько он может дать. У нас скрины есть. Зависит... Чувак, то на визаксе. Уже все видели. Смотри, какой ветки. Уйдите отсюда. А какой? Fire или как он называется? Аркан. Мне кажется, аркан больше. Аркан, если просто шмот, аркан. Ну, хотя... 230-м Fire выдаст. Да, там уже и Fire может давать. Ну, 6, Fire максималку выдаст. Под десятку. Не, десятку без бонусов обосрется. Не, ну он постарался, потому что дать 3К на 10 лет сата магия, надо постараться. Ну да, мне кажется, он реально постарался. Звучит как старание панза в хилинге. Ну... Нет, панз все-таки старается. Результат тот же. Так, сейчас вот эту пачку цепляю. Осторожнее, не зацепите другую. Я могу снизу привезти, надо некому? Спасибо. В виде пауков. Окей, я могу нагреть их тут целую кучу. Под ботинками и баблом. Да ты хоть сдохнешь, они же все равно придут. Правильно? Нет. Ох, нагрели правую батьку. Время умирать. Первый откисает кот. Ха. У меня один таунт. Держу вас в курсе. Мопчик у меня. Я просто если в толпу зайду, тебе сложнее будет задетектить. Вы умираете там, либо врываться можно? Не-не-не. Мы живые. Ко мне дай не убейте, ДК не убейте. Да не убивайте его, ну. Понятно. Он пытался убить меня, поэтому я считаю, что все честно. Я тебе помог. Я то есть пытался. Лучше было бы, если бы он меня убил, да? Я дал ему стан, он все равно продолжал бить. Я. Потому что он был под синькой и под зеленкой. Ему похуй на твой стан. Под синькой. Ну, логично, он же под синькой был. Вот-вот. Если тебе станет от этого легче, то под незыбкой. Типичный игрок на ДК. Под синькой. Тогда. А как еще? Ты думаешь, хоть один из моих ДК был создан на трезвую голову?
Кажется, мы справились. Да я погоди, он еще сколько трещит. Мне на 2 минутки буквально отойти нужно. О! За сынкой? А ты простатый одел? Я нет. Много осталось? На самом деле уже почти все есть. Только Т9 купить за УД. Так, ладно, я нажму на эти руки, вроде норм. Не знаю, я с такими бегаю. Кому надо, могу дать. Я папа увидел, за ней идет. Вот этих убьем. Дальше пробежать до конца, потому что там снизу тягрится, когда УЕ начинает. Не-не, там сделать. Нормально. Просто УЕ не надо давать. Притяните его. Сзади. Крест, сзади, притяни. Из Рафель. Притяни его сюда. Ну тяни, тяни, давай. Вы пока притянете, у вас уже убиваются. Подставили меня баблить. Фу. Стой, я ману регеню на нем. Ладно, ну, я так и не понял, мы на дракона не пойдем или пойдем? На погибель? Нет, ну. она толстая, ее бить полдня. 15 минут. А, да? Никогда такого не было. По поводу. И вот опять. Да сагрили лишнего духа. Двух, я бы сказал, по-моему, нет? Блять, ты заебешь. Постой. Подумай о своем поведении. Блять, это ты мразь. Думаешь, что за хуйня? У Грейд ходил, у него на каждый удар макрос и там снятие боб. У меня, кстати, прописан этот макрос, но он почему-то сейчас не сработал, бред. Потому что это я. Надо перепроверить его. Я тебе скажу, что это может с тобой сыграть когда-нибудь злую шутку, и ты сдохнешь. Длайн защиты же называется спелл, правильно? Да, да. Да. Но... А какая разница? Боб кидаешь, что? Ну, у меня написано Cancel Aura, длайн защиты. Да не, я не тебе, я гусю. Потому что... Ну вот, он получит боб, и автоматом его снимет и сдохнет. Так агрота скидывается. Он на минус агро не работает. Оно не скидывается. Не скидывается. Оно скидывается только пока он на тебе. Если это будет запланированная акция, я его не сниму. Не переживай. Если это не запланированная хуйня, он моментально должен скидывать. Никто не бьет их, не бейте их вообще. Просто бегите за мной и все. Как-то странно, у тебя макросы работают. Это была запланированная акция, на те два моба висела. Все честно. У нас на X2 был кот, которого тоже достали этими бобами. Она себе сделала на каждый удар снятие макроса боб. То есть реально вся раскладка у нее вот, на автоматически снятие боба.
Вопрос, по делу. Слышишь, а длань защиты, первая буква большая, первая буква второго, первого слова, первая буква второго слова маленькая, правильно? Да. Я тебе сейчас линканул. А, большая. Спорим? Спорим? Ладно, почитай, блядь. Я тебе в чат линканул, шифтанин. Вторая буква — это сильно. А, по идее, разницы нету. Не издевайтесь над Варом, у него только сотня интеллекта. Крутите барабан. Ну-ка, киньте мне боб сейчас, кто-нибудь. Так я так и идет. Я в курсе, чувак. Где ты? О, все, скинулось, отлично, все. Фух, как, блядь, не кинет эту хуйню. Я на Иксо, когда на Львов играл за воина, я на орке специально просил, чтобы мне перед пулом боб кинули, чтобы КД повесилось. Наверняка. Ты ж в курсе, что оно вешается у паладина? От одного пала. Ну, да. Другому палу плевать на это. Другой как бы тебе. Ну смотри, он же не сможет кинуть. Макрос может решать паладин, это не ДЦ. Вообще плохо. Да нет, вон смотри, у него дебаф на 2 минуты висит, на него больше нельзя кинуть. То же самое, если ему дам возложение рук. Через 2 минуты. Ну, через 2 минуты орк падает обычно за 2 минуты. Даже меньше. Не, ну открытие-то это понятно. Ну, значит, сагришь опять кучу трэша, я не буду тебя оверхилить, будешь умирать. Будем проверять, как у тебя санкционировано боб работает. Блядь, не будешь мне хилить, сука, ну, это хуйня будет. Ну так, если ты нагрел. Что, где она, ты долбоёб или что, ну пиздец? Ну, когда я кидал боб, нагрел. На тебе почти они все были. Ну я их не нагрел, я дамажу АБШа жму и на мне мобы, это же, блядь, очевидно. Оно прерывается? БШ, можно. Нет. Не, ну я не прерываю, но можно макросом прерывать. Не, прерывается, когда боб даю? Нет. Не прерывается. И урон идет. Да. Нет. Не должен, по логике. Не идет, по делу уже физически. По логике нет. Не должен идти. Нет, ты имеешь в виду урон по кому? Ну, блядь, по мобам. Кому, если я за БШ спрашиваю. По мобам, я когда нахожусь в БШ, я полностью неязвим к любой магии. Ну, к любому контролю. Ну, типа, это не кидаешь боб, он на мне висит, он не работает. Ну, дизарм — это не магия. Хотя да, есть и магический дизарм. Вообще-то тебя под БШ могут и зафирить, ты в курсе. Блять, кто меня может зафирить под БШ, скажи мне. Типа этим койлом. Кто? Приз не может. Варлок может. Варлок без койл может дать. Нет, не может. Единственный, чуваки, единственный контроль, который работает на Вара в БШ, это хоррор от Преста. Из магии. А, но это не эфир, это немножко не эфир, это. О! Опять заработали. Хоррор — это немножко другая хуйня, потому что если бы это был фир, ее можно было бы снять антифир с киллами. И нельзя снять антифир с киллами. Это по сути аналог стана с дизармом. Это нихуя не фир, чувак. Механика стана, да. Механика корней, скорее всего, он же заковывает в одно место. Ну точно не фира, типа. Точно не фира. Картинка фира, да, нарисована. Ну это не фир. Понял. Дима, а писать надо куда-то, то, что я не на ретрике, например, роль, а на танка. Да. В чат. Вот Андрей зашел, сразу написал, что он на танк роль. В Дискорде? В Рейде. Я до Рейда написал, что на танк роль. В Рейде. Косты, кстати, можно сбивать. Да ну, в куче. Съебусь-ка я. Думаешь? Да то что-то вы охуели. Прости, пожалуйста. Хочешь послушать концерт? Не особо.
просто бесплатно. Я, судя по фону, даже знаю, понимаю, о чем, о каком концерте идет речь. Но их пока только два исполнителя, но скоро придет третий, я их знаю. Внутри делают или снаружи? Ты не представляешь, как, какой это прикол, три перфоратора одновременно, разной тональности. Представляю, я в утеплении фасадов методом промышленного альпинизма работал. То есть ты из этих? Да. Так, у нас получается на танка ролит Израфель, Леон Сир и Анаконд. Вы охренели? Да. Меня пустите к Валику, пожалуйста, у меня 5 энергии. Я поставил робота, там на трэш падали, чинитесь. Ой, ё. Метки не работают, сейчас релогнусь. Так, ладно, никаких меток. Я поставлю в... Куча стоит. Поставлю босса? Нет. Мели-группа стоит в мели, РДД-группа стоит в РДД. К вам эти сверки не дойдут. Это, с неистовством побью, чтобы на меня... Да, да. Там и варпа уешь, и я постараюсь эти давать, алпехи. Так что должно быть... Не надо, босс это будет. Окей. Арчеша все готовы, сейчас проверяю бафы. Ща я саппорт возьму. Рыбу ставлю вам. Ну и Андрей еще возьми саппорт. У меня БКшная фласка за 300 голды. Дим. Понял. Тогда а никому нет еще. Если буду прям сдыхать, то окей, выпью, но что-то, блин, это... Меня ну давай, спасибо. Я тебе в трейд дам. Так я на кондес хавка стоит. Сейчас. Спасибо. Видимо, нет. Так, Хант, у тебя фласка есть? Или тебе дать? Выпил, все. Тогда ДБМ пул даю. У ретрика. Ты не посмотрел. Ход только по приглашению. Свечится в огне все. Ой, дай ему пару моноберных. Давай. Не ждать. Там может ты эту укус блять. Или как он? Гадюка вроде. Да, Хант, гадюкой тогда побей. Просто минус одна искра будет. Вообще это должно быть ласковое. Нет, еще одна будет. Бэйл. Bloodlust. Всем необходимым для защиты.
Толгаг не умирает. Сейчас последний. После этого. У нас кто-то проебался. Мы с ним. Огни. Долго. А это же баг, да, тоже огни до такого процента идут? Нет, а у него до 14%. Как бы. До 14%. Ну, у нас просто как-то один раз до 300 000. Таймингу будешь родить? Да. А вот эту шляпу кожи тоже, что ли? Как обычно. Ты можешь дать мне лутера, в принципе, если, ну, если хочешь. Да, я уже себе накидал, потом вот разрули. А по квесту? Да, по квесту идем. У нас пара у чуваков с квестами. Так, сейчас, секунду, не берите. Все, можете брать книжечки. Сейчас большой отойдет. Твоя книжечка, стой. Так ты еще книжечки все стакуют. Ну, я танковскую лучше танку отдам, нахер она нужна. Он еще одна книга валяется. Я групп лут поставил, все книги все могут брать. А, еще одна книжечка. Сейчас большого будем бить. Еще одна на танк. Да, еще одна на танк. Они стакаются. Они не стакают. Они не стакаются, стакаются разные. Ну, стакаются разные, да. Они же разные. Две на танк, но две разные, да. Твои-то почти. Мелики. Мелики, а просто стопните и ждите искру. Искра выйдет, сразу дать ей стан. В искру свечнулись. Все, большого игра. Больно, больно. Так, этот моб, правильно? А, да, вот тут по стеночке направо и в угол. Смотри, большой сейчас слева идет.
это зальем. Зальем нормально. Кручу. Сейчас быстро упадут. Потом сделайте квесты. Вы просто побейте. Ты чё? Это я тут бегаю. Мелики опять. Нет, он стоит. Приготовьтесь, искра выйдет. Где сало дал? Сейчас кастер. Искра. Искра сало дать надо. Сам дал. Окей. Пресните войду. Взял квест, отдал дальше, дальше куда-то отправим. Хант. Как ты любишь этот хант? Маги? Я скрою, встану. Хорошо. Вон еще одна книга у окна. Ну это хиловская. Вася бетон. А, Вася бетон же хил нормально. Шама. Гнев титанов не киевская. Искра. Чё рано? Кастовал, надо видеть. Хант. Сейчас искра. Она вот с такой скоростью умирает, эта искра. Ну, тем не менее, она успевает что-то подамажить. 4 пика что-то. Побежал за книжкой. Это ДДшно. Сейчас скажу, еще одну золотая. Хе-хе-хе. Еще одна ДДшно. Сколько ты их уже собрал? 3. Ну, 2 ДДшных, 1 танковская. Не знаю. Право горных королев у тебя ездим? Есть. О. Тогда на себя завезу. Так, по квесту что надо сделать? Дал какой-то квест. Давайте, берите квесты, тут этот идет, мальчик. В подвале. Дневник медведя, нормально.
Сарана просто лут подобрать и все. Стан будешь по искре? Да, выйду. Окей. Мелики. Сейчас искра выйдет. Давайте встан. Клич. Просто сожрали. Не бейте, не бейте. Ой, постанешь. Сука, книга на ёбка была только что. Я ее открыл, а там ничего не выпало. Ха! Лол. Я такой, между прочим, ни разу не видел. Вот только что была книга на ёбка. Открыл, типа листики открылись такая, ну так пошел нахуй. Да, есть такие. Есть еще, которые тебя пиздят. Книга без страницы. Крестику надо будет стан дать. Анаконда стоит. Стоит там стан. Окей. Ну, кто-то опередил. Чё, они даже не надували. Что с ними стало? А, они были. Резкая починка багов. Знаете, сервер-то. Каждый раз перезагружается что-то новое. Ломает, что-то чинится. Ну, я на них еще 4 раза одним персонажем уже сходил. Нормально. Ты хоть что-то выбил с ним? А зачем? Нет. Только банжи. Оды, барби. Да нет, ну мне так-то на ДК туда. И на танк, и на ДД шмот нужен. Голова. Она не падает. И голову он ролит. Типа квест еще. Я тут здесь где-то еще книга есть. Вон она лежит. Все ищем книги. Вот, вон, рядом с столом. Так, у нас 3 паладина. Так. Мимо. Все мимо. Ладно, я беру сам. Потом гнева небес. Сдаете? Да. Я сдавал. Ну как-то по очереди сдавайте их. Сказал, у нас 3 паладина, я сразу понял твой намек. А-а-а. И дал боб вары, диван по танку. Да-да-да. Блядь, хорошая идея. Я же говорил, я что-то там 2 РТ, наверное, пропустил. Там захожу, но маги в рейде, на них не посмотрел, там Китлер орёт в дискорде, там, диван по танку. Ладно, я начну дальше слушать. Я уже был готов кинуть. Это ник у мага такой. Как в старом видео. Какой ник у танка? Хил. Сыграйте погромщик. Он, видишь, со мной ходит эта баба, она бесполезна, ничего не делает. Она руками бьет, ты шо? И все. И подхиливает. Она не хилит. Она хилит, я видел в этом. Ну, у меня вот в скаде она показывает. Хилит. Она просто стоит. У меня в скаде она показывала. Она хилила, и там что-то нормально даже, это какой-то там 300 хпс и что-то такое. По идее, она должна тебе помогать. Она даже не бьет руками у меня. Ух. Я так скажу. Все настолько плохо. Ну, тебе ты перезаходишь. А, стоп, давайте сначала рану убьем. Вернитесь. А рана, которая нельзя двигаться, да?
А что ты копыта не хочешь? Я хочу копыта. А, типа вы перезаходить сейчас будете? Тоха очень слезно просил зайти на его приста. Да, что-то такое было вчера. Ради кондёра. Альтернативы вот этому кондёру что, нет ничего, да? Ничего. Ну как это ничего, если СК пенька падает, тоже хорошо. Но она другая. И она в подметке не годится, кондёр. Ну, вчера же мы с Тохой обсуждали, даже не с Тохой, это часть этим, с Фускаром. Он рассказывал, что кондёр помойка ебаная по сравнению с... На Лока? Да, по сравнению с Тинькой, ну, СК. Мы говорим про ШП. А, про ШП, ну, наверное. Ну, они типа и та хорошая пинка, типа. Не сказал бы, что какая-то сильнее, типа, нахер его знает. Ну, вон у этого, у Войда хорошие трени. Ну, вот вспышку я бы поменял на что-то. Так, надеюсь, все помнят, что тут надо делать. Еды нет у Войда, ну, так и будет. Отходим. Хотели пробавку? Все, все готовы. Отчет только дай, блядь, прибор, сука. Угу. Тут тоже книжка. Косты бьем. Бьем только огненный, обязательно бьем. Огненные шары каждый должен быть сбит. Я хочу ачиву. Дима, смотри на агро. И шо? Он не бьет. Ну ладно. Венец. Никто не двигается. Провалено. Ну все, Ро. Ну, можно и падай, получается. Так, я на 40 сдам первую армию. Можно сразу две. А смысл? Чтобы наверняка. Не, вторую лучше сдать, когда закончится. Разбежались. Диспел. И отбежали в крест в этот. Просто понял, когда на меня босс смотрит, у меня ДПСа нет. Я мажу морталами, это провал. Ну, он сейчас на мне висит? Не, вообще, я говорю. А, я понял. Вот морталом, кстати, он на тебя смотрит, тебе становится стыдно. Даже хардкап набиваешь, Mortal мажет. Ну, в спину очень-очень редко, почти никогда. А в лицо часто очень неприятно. Венец. Халява. Стоим, ничего не двигаемся. Он сильно дамажит. Он шотает. Сразу убивает. Всех. Причем всех, да. Просто кнопку убить всех. Бля, это очень неприятно. Мобы нужны. Армия. Даю армию. Все, он прошел? Да. Побежали. Диспел. Давай вторую армию, пока будешь стоять у стены. А, Бэйл, кстати, да. Дай Бэйл. Шаманчик, спасибо. Венец.
Вообще халява. Он же попит только тех, кто в огне стоит. Ну, если ты зайдешь, даже если ты не в огне. О. Ну кто сделал? Сейчас посмотрим. Фросняша. Я не двигался. Пишет. Пишет ты. Да. Ебать ты, сука, слагер. Я не двигался, серьезно. Нанесенный урон по союзникам. Да, я. Охренеть. Ну, видимо, ты можешь перезаходить на этого. На Китлера. А, кстати, да. Все пошли и копыта убьем. Да, пошли копыта убьем. Назад возвращайся. Топор нос. Сука. Выходи, заходи на тоху. Давай, давай, давай. Сейчас, секунду, на кое-что срочно сделать. Давай. Не затягивай. Один еще на Симон выйдете. Нафиг у нас хардкор будет. А у меня здесь книги не пропадут, если я перезайду? Не знаю. Сука, книги исчезли. Ты со своей библиотекой. Они исчезли, когда из инста вышли. Блять, нахуй вышел из инста. И бафы исчезли. Все исчезло. Все, тут кто-то лишний. Думаешь? Нет.